Всем привет, с вами Денис Кожер. В этом видео поговорим про текстуру Corona Front Back Text Map. Если вы хотите больше интересных видео, то подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. А если кто-то еще не знает, то у полигонов есть передняя и задняя сторона. Если добавить модификатор Edit Poly, то вы можете видеть, что передняя сторона подсвечивается более ярким цветом, задняя более темным. И данная текстура позволяет нам использовать эти свойства полигонов. Сейчас я запущу интерактив, и вы поймете, о чем идет речь. То есть вот у нас на фронт, то есть на переднюю лицевую сторону назначена вот этот цвет, на заднюю сторону назначен салатовый. И, соответственно, так это все работает. Ничего сложного, также можно сюда добавлять текстуры. Если у вас есть вопросы по каким-то материалам, либо текстурам, обязательно пишите в комментариях, и мы их разберем. Увидимся в следующих видео. До встречи. Пока-пока.